24 апреля в Государственном московском театре эстрады в рамках проекта «Never Again» состоялся сольный концерт Флоры Мартиросян, посвященный предстоящей столетней годовщине геноцида армян в Османской Турции. Подробнее о выступлении народной артистки Армении смотрите в следующем репортаже. Долгожданный сольный концерт Флоры Мартиросян в Москве. Народная артистка Армении свою концертную программу посвятила памяти жертв геноцида. Сказал им Лос-Анджелесец, я в аментарии апреля 24-го я скатываю мите, а если когда-нибудь вот это вот хайре на пром, вот это вот хайре на киснернен, мец, хамайк нероманца стари, оринаки хамари скатываю Лос-Анджелесом, ну и типи американ казма керпель, я в нерекаетсрецин картуит нерия гарак, не бываться аспанцана. Я вес, а стари ворошетилин эл Москваю, мы хайре на киснерихет. Ու հիշել, հիշել մեր նահատակներին, հարգել, հիշել երգրի երգերը, հիշել և մի ծրագիր անել, որ վարպահենք հիշատակը մեր նահատակների։ Специальные декорации, качественный звук, свет и спецэффекты. Постановщик программы – режиссер Эмиль Карат. Он считает, что такой концерт – это особое событие для армянской диаспоры в Москве. Флора подготовила очень душевный концерт общения со своей публикой, со своим московским зрителем и московскими друзьями, которые в этот особенный день будут слушать любимые песни, печальные, грустные, светлые, но непременно песни оптимистичные, которые будут звучать как символ возрождающегося Армении, как символ сильной Армении. 1 ноября прошлого года в Лос-Анджелесе состоялся первый гала-концерт из цикла «Never Again», посвященный памяти жертв геноцида армян. Концерт проходил под патронажем президента Республики Армения Сержа Сарксяна. И такие концертные программы будут проходить ежегодно до столетней годовщины геноцида армян. Сегодняшний концерт – это действительно еще одно событие в жизни московских армян. Я очень рад, что сегодня есть такой контингент, специальная аудитория московская, которая чтит этот день, и именно это сегодня сделает своим присутствием на этом концерте. И я также очень рад, что мой коллектив сегодня, ансамбль «Ховик Студио», тоже выступает на этом концерте. Это тоже как своеобразный вклад. Шура Наджаха, Грачиас Игателян, ТВ Армру.